Вдалеке светятся огни. Ну, я не знаю, это огни дальнего села или что это. Это что, не моргают, конечно. Думаю, такие странно даже для моей мамы. Она тоже никогда не видела, чтобы так моргали огни. Что это преломление света. Камера все время самонастраивается, наверное. Раньше такого не было, она настраивалась только один раз. Больше похоже, как на такие-то импульсы. Странно. Тёма, сейчас упадешь. Не знаю, звезда видна, не видна, не могу понять, которая сопровождает Луну, и мы сейчас на каком-то расстоянии довольно-таки далеко от Луны. Снимать в обычном режиме. На глаз Луна практически круглая, но при съемке она какая-то овальная почему-то.